ничего не было, чтобы было все идеально. Запикивайся, да. А у тебя Nvidia или что? Так ты записывай лучше эти яркие моменты. Типа, когда что-то произошло, нажимаешь кнопку, тебе записывает последние 10 минут, там, например. Да, мгновенные повторы. Да. У меня на 15 секунд стоит такая штука, у меня штука видос. Да лучше полностью запись сделать. Не-не-не, ты, ну, сам делаешь. Два часа играешь, там два момента, 20 минут бы хватило, а тебе приходится 2 часа. Это... Если ты в хорошем качестве, 60 FPS, это будет. Оно, короче, записывает всю игру, и если тебе надо, оно сохранит последние 15 секунд, остальное просто удаляется. Ну, там оно в буфере. Ты сам выбираешь, сколько тебе сохранять. Я, например, 8 минут себе поставил. Кто зашел? 8 минут — это же немного. Не может. Это в PUBG есть, которая сама понимает. Кто зашел к нам прием? Азев. Азев, скажи что-нибудь. Шалом, балбесы. Ты нам не подходишь вот так. Чё, когда стрельба начнется? Ну, три, два, один. Пошли по прямой. Активно-активно проходим правый фланг. Близко вижу. Близко. По правой стороне будут проходить. Один минус дал. Второй дал. Можешь поднять. А, снайпер тоже отпал. Справа какая-то нычка есть, запрыгивайте на балкончик. На метке четверо должны быть. Справа балкончик. Медик поднимает, поднимает. Тут за этой штукой. Станьте справа на балкон, здесь халява вообще. Максимально справа. Прикольная тема. Погнал. Давай. Продвигаемся. Давай. Бежит. Под вагонами. И на вагоне есть. Под вагонами и на вагоне. Смотрю на вагоны. Так, что там? Мы продвигаемся или на месте стоим? Пробуем. Вот здесь в упале уже. Обычные фраг-гранаты, по идее, должны работать нормально. Ну, но МП-гранаты, они не катятся в этом их минус. Да, двоих убил фрагом. Берите фраги, я сейчас. Не вижу никого из-за дыма. Я еще ни одного противника не видел. Там по левой нычке, по-моему, кто-то. Блин, обошли по левой нычке. Давай посмотрим, что там. Хотя там, по-моему, всего пару человек. А, вон. Ладно, все чисто, назад. Пошли. Очень много вот здесь на метке, прям склад точно есть. Спина один убил сейчас. Какие вам же такие? Убил спину. Здесь, по-моему, он убегает. Че, спина? Убил. Так, а чё? По очкам мы уже выигрываем, кстати. Вот пока. Так, чё, есть идея, как прорваться можно. Блин, нычка опять. Не дымить, нычка, как минимум, будет. Хотя бы, чтобы видеть противника. А, убили. Надоели с дымами своими. Вот здесь на метке есть нычка. Халява большая. Опа, у нас B1, у нас B забирает парня. Б там вроде разберут. Нет, у нас там один чел.
патроны кончаются. У них там с моей нет. стороны гранат много летит. Отсюда могут. Вот там они за углом левым, да? Где-то. Где на мейне. Ой-ой-ой. Они в наглую пикают. Все нормально, бы. Ты даже сейчас правая мишка говорил в игре. Голосовой чат в игре сейчас говорил. Нажми Escape Audio, вторую галочку убери. Там микрофон после смерти. А как они прошли к нам? Давай в наглую попробуем пропрыгнуть. Давай. Можно то патроны вылечить скинуть вот здесь? Блин. А вот тут смоки разу не пригодились бы? У нас на Б как-то прошли люди. Уже Б чист. Вот ну, Б в левой чист, стороне да. у тебя где-то только что пробежал. Как они здесь оказались? А я знаю, надо это взять. Гранатомет со смоками попробовать. Да хватит эти смоки кидать противников. Смоками я им вдаль кину. Отфилить меня мощь-то? Да. У меня осталась последняя обойма. Могу патроны. Парни, хватит, пожалуйста, смотрите. Давай, пробуйте. Пробуй, просто в наглую вперед бегите. Беги. Вообще на почту. Я его убью. Не работает. Граната аккуратно. Так, и чё? И как это должно работать? Распаун можете дать? Рез, дайте. Назад Козик, назад. Козик, отойди, Козик. Лоу-скилл назад. Скилл назад отбеги. Еще. Да интересно, что ты поймешь сразу. А, вы же фиолетовые, вы не зеленые. Почему вы, кстати, фиолетовые? Ну, потому что смотрите в одном. Может, в друзьях вот там. Все, спасибо. Или ты, может, поменял сам цвет? Не-не-не, мы изначально в одном отряде просто были. Не просто зашли. Ну, туда выходить не вариант. Еще раз попробую с дымчатки. По-моему, без смоков вообще никак ничего не делаешь. Только у него. Ну и что на месте стоять? Минус 4 гранаты. Смока дал. Если смоки кидать, то просто гранатами закидывают. У них закончится там. А, может наши, может наши поймут, что идти надо. Давай его, давай, затихло. Пошел. Наглую. Так вы не убили. Ставьте там еще коробку вперед. Может или самую дешевую. Yeah, there's a guy full prone behind your box, guys. There's a guy full prone watching my body. Зарашен. He's speaking, you guys now. Behind you. Близко есть. There's a guy on top of you, baby. Oh, he's dead, nice. Короче, они их слева надо выбить. Я не могу коробку поставить. Я там поставил дешевую. Все. Что спала нужны мужики? Надо хе прокидывать. У нас опять на Б воины так идут. У нас здесь все-таки обход какой-то есть. Вот да, как они обходят на Б? У нас Б сейчас заберут. Близко. Я кого-то ну, там два человека набирают. Можно поискать, где они проходят. Опа, их убили всех. У нас правости... нет, еще есть. Да, они обходят где-то и очень активно, видимо, еще сейчас разрезались. А у них здесь спавнил? Близко справа. Вот здесь, по-моему, заходят сами. Еще. Хорош. Топает справа. У вас есть.
Или он внутри? Он внутри. Может, тут есть выход наружу? На це стою. На мне ресетись, если можно. Нет выхода наружу. Может, он застакался где-то в поезде? На мне нельзя ресетиться? Мы нычку сейчас ищем. Вообще на Б один чел остался, не знаю. Они, походу, сверху проходят. Б забирают опять. А сверху нельзя пройти, там барьер невидимый. Мне кажется, просто спавнилку поставили и все. Что-то пищало. Кто зашел? Санкио? Санкио... Если чем это серьезно? Граната знаем, прилетела. Да, у них здесь где-то спавн или тип один сидит. Он только что появился вот там. Вот. Вы в Браво? Да, в Браво. 32 на 32. Готов заходить? Ты зашел к нам на сервак? Да, да, я зашел. У вас кикнул просто... Чело, кикнул. Зашел. На мне так. Прям. Димит, ставь. Слышите, топает чел на голове? Это я. Не-не-не, другой звук. А что это за проходы, кстати? Это второй фланг? Б опять забирают. А наши цеды. Б. Ц захватил. Б вернись. По-моему, знаешь... Да где они тут сидят, а? Он может захватывать сверху как раз. Сквозь пол. Или он где-то нету выхода наверх. Между поездами может застакался. Слышите, топает вот здесь. Вот на метки ставлю, где-то тут стопает, я слышу. Забирают, Б забирают. Надо зайти в триггер. Загадка дыры. Что за бред? Вот вы слышите тут топот? Вот я метки ставлю. Где-то тут как будто. Под он закрывался туда, походу, просто и все. А то тут какой-то проход снизу, вы через него проходили? Нет, как ты снизу оказался. Ну, вот здесь вот лестница вниз. Метку поставил, с какой стороны. Подожди. Реально лестница вниз, парни, здесь их много! Они все здесь! На лестнице там. Вот здесь понял, лестница, парни, я метки поставил. Осторожно, не прыгай вниз, там их очень много. А левой стороне вагонов? Да, да. Я видел эту дырку, я не предал. Я понял. Там второй уровень. Дайте разрез, парни, пожалуйста. Мина. Не на ком разрезаться. Лоу хпшник в правой стороне. Назад, рез дайте. Назад. Кто-нибудь назад уйди. У них маяк там, походу. Видимо, маяк шумит. Так, с какой стороны эта дырка еще раз? Я что-то не помню. Мы уже внутри зашли на нее, да. А, можете? Можно засмаковать и зайти попробовать. Куда она ведет? Подожди, назад не бегите. В спину. Остался. Вы прошли его. Вот здесь на метке еще выход. Я пробежал полностью. Там пусто. Чисто там. Проведи подальше, там тупик или что. Упор. Новые два. Трое. Блин, на вас бегут. Они застроили тут все. 5 на вас бегут, много, тут очень 6 на вас, вся команда на вас бегут. Ну, сзади пошли, вот тут, на метке. Дайте лес назад вернись. На метке один, на метке один. Вампир назад вернись. Ай, давай. Сейчас поднимем вас, парни. Отхилите меня, пожалуйста. Лежит. РПГ одного убил. Го-го-го-го. Убил гранат. Маяк слышу справа где-то. Это наш. На карте... А, да-да. Назад уже опять захват. У нас уже на пришли, где мы пришли. Они там дальше. Да откуда они там оказываются? Они гораздо дальше там где-то спрятались. Ближе к Ашке даже. Песни меня? Where is Tom, guys? Беги там и ищи, может, там второй выход. А это что они оттуда прибежали? Там Б еще выход есть, и там еще на А можно пройти. А, они да, добежали. Ё-моё. Оно прям очень далеко идет, оно прям вдоль надо идет. Надо все прочистить полностью здесь, максимально. О, лесалка. Все, там. Сломал маяк? Да, вот он маяк, мы сломали уже. Год очистим. Я по верхней пробегу до Ашки, на всякий случай. Кстати, остановитесь, здесь... кто-нибудь на Б останетесь, у нас Б захватывают. Убил одного там. Я на Б останусь. Еще... Мы сейчас А зачистим. Еще, по-моему, кто-то на Б. И вернемся. На поезде вижу. Блин, не убил на метке один. Сверху. Сверху топают. На него разрезаются на метке. Норти, ищи его. Лоу хпшный был. Он, наверное, вперед убежал. Или в дырку опять здесь прыгнул. Он что, один, что ли, все захватил? Не верю.
это чел, короче, был. Мне ассист так и не дали за него. Вампиры идут. Б. Б держу. Снизу или сверху? Здесь двое, ребят. Был сверху, на, вот, слева на поезде я его наплатил. А пошли на С? А, С наш около вампира, хватили. Около вампира, на нем резаться нельзя. Вампир прозрачный. Тебе не могут быть. Вампир прозрачный. Б опять. Ну, надо уже дочистить их, они, наверное, все. Я, наверное, по-моему, тоже чел, который... Нашел, нашел. Вон двое уже, трое. Они, да, они сейчас просто, видимо, друг с друга разрезают. Сверху. Просто по путям, да, идут уже? Да. Да. И снизу топают, отвечаю, снизу в нычке. Не, нас убили на... Мы путях. Сейчас снизу проходим, сейчас попробуем пройти. Там в какую сторону меточки? Вот тут. Через дырку выходите, а там есть люди. Пошли норти дальше. Ой, это метро сраное вообще. Ну, что-то новенькое хотя бы. Ну, оно какое-то большое для 32 на 32. Если его выучить, мы могли бы этими челами быть, которые в спине. Ну, в следующий раз мы будем этими челами. А почему мы все точки захватили, какая разница? Ну, С у нас уже забирают. Там снайпер сидит. Так, а чё? Никто снизу... А, нет, кто-то из наших пошел снизу. Дальше по тоннелю пойду. Ой. Ой. Нет, 32, конечно, не очень. Как-то играть. Сейчас следующую раш выберем, будет повеселее. Либо фронтлайн. Ну, раш. Ну, вот да, да. Раш. Вот такое поинтереснее будет, и киллов побольше. Из-ноу. Бой, there's a guy behind you, boy, there's a guy behind you, the corner. Nice, got him. Ух, ёп. Ты мне первый раз в жизни слепо прилетело. Вот здесь чел. На метке чел. Двое. Я вроде уже система. Не убили. Короче, не отпускай. Много идет. Пацаны, а там проход есть? Да. Я лоу хп, можешь мне отхилить? Ты где? Снизу, там есть один. Вот здесь на метке двое. Найти чем пахнет, что они сейчас снова по подвалу поймут. По-моему, протекшн. Возможно, да, сейчас они... Ай-яй-яй. Ой, какой я косой. Че я под хули вылез? А у нас низ держит? Не. Где его держать, я не знаю. Да ладно. Можем сами его. Не знаю. Наверх. Минус 6 дал. Минус 7. Наверх. Это как-то перебидеть будет. Там закрыто. Не видим. Ну, видимо. Я... Ну, не видим. А если в ту сторону? А, это просто. Спуститься на С. А вот как они С затерялся? Как у них она там. Как раз, по-моему, в нычке опять. Им гранату на диску закидывают. Топает, я слышу, топает. Снизу, под нами или сверху. На цешке, но я не знаю, где как туда попасть. Снизу мы. У меня ящики закрыты. О, маяк слышу. А это начало. А уже конец карты. I'm dead. Вот так, напишите в чат rush, пожалуйста. Вот так вот. Блин, 30 убийств, вот так вот нормально. Штурм. 38 на 3, нормально. Обычно не такой активный чат. Даже в конце. А, фраги нет. Фраги не О, штурм. Так. Я чуть не заметил, как это 38 фрагов стрелял. Штурм. Одни гранаты кидал. Может, Вейлей? Вейлей, может.